В отличие от кабинетного приема, здесь в одно время и в одном месте собраны все представители из разных сфер. И поговорить на волнующую тему можно лично с каждым. Глава округа со своей командой в полном составе провел выездной прием, чтобы решить злободневные вопросы жителей города Ликино-Дулево. Присаживайтесь. Светлана Кузнецова уже не первый раз участвует в выездной администрации, но к Руслану Заголовацкому пришла впервые. Обратиться со своим вопросом хотела давно, и как только узнала, что не ей самой придется ехать в администрацию, а администрация приедет к ней в город, сразу же записалась на прием. Вопрос, который не решался полгода, решили всего за несколько минут. Под Новый год пробили крышу, там сосульки скидывали, и у меня потекло. Я стала просить ремонт в квартире. Но они мне сначала говорили, дадим акт, а сами не дали. Все, я покупаю, сын у меня покупает обои, нам потолок там клеить. Покупаем обои, они мне отдают деньги, и будем решать, кто будет клеить. На встречу жители записывались предварительно, заранее сообщая о своей проблеме. Поэтому в момент приема часть вопросов была уже решена. Самыми востребованными были сферы ЖКХ и благоустройства. Пользуясь случаем, жители приходили на прием не с одним вопросом, а сразу с несколькими. У меня медицинские вопросы ряд волновали, нужно было решить. Но, по-моему, так получилось. Пока положительный ответ. А еще по благоустройству нашего микрорайона Ляса. Самым я волнует эти вопросы. Хочется, чтобы жила в комфортных условиях город, чтобы район процветал. Жители обращались по различным вопросам, в том числе и сложным. Если проблему невозможно было решить здесь и сейчас, то ее брали на доработку с обязательным ответом заявителю. Встречи в подобном формате будут проводиться и в других населенных пунктах округа на регулярной основе. Предварительно следующий прием выездной администрации состоится в поселке Овсюнино в начале следующего месяца.